Всем привет! Защищенные телефоны – хорошая штука, когда ты много путешествуешь, либо работаешь на опасных работах типа стройки. Ну, или рукожоп, например, как я. Главное их преимущество – это защищенность, как от падения, так и от влаги. И если вас всегда интересовали такие смартфоны, то вот вам на заметку интересная информация. Ребята из Blackview, которые производят защищенные смартфоны, недавно разработали новинку в своей линейке – новый смартфон Blackview BV9820 Pro. Новинка получила, помимо хорошей защищенности, и другие интересные фишки. Это, по заявлениям, выдающийся прочный смартфон, оснащенный тремя первоклассными камерами – тепловой камерой для обнаружения тепла и формирования теплового изображения, 48-мегапиксельной камерой от Sony для получения потрясающих снимков, а также вспомогательной камерой на 5 мегапикселей с поддержкой теплового изображения. BV9820 Pro создан для серьезных авантюристов. Данная модель будет незаменима в путешествиях, потому что с ним вы будете ощущать безопасность и комфорт в своем путешествии, находясь на природе. Функция тепловизионной камеры телефона будет незаменима в ночное время суток. Данная функция камеры позволяет отслеживать животных или людей, которые приближаются к вашей палатке. Такой функции в других смартфонах я что-то не припомню. По крайней мере, я не слышал. Еще одной фишкой телефона являются камеры. Их тут 4. Основная камера на 48 мегапикселей от Sony. Среди многих низкопиксельных прочных телефонов 9820 Pro является уникальным и превосходным смартфоном. Он способен захватывать большие детали, даже на крупных планах. С режимом ночной съемки этот гаджет легко делает фотографии при слабом освещении и в ночное время. Также есть сверхширокая 16-мегапиксельная камера с углом съемки в 120 градусов, который в 1,5 раза шире, чем у обычного объектива, и вы сможете получать впечатляюще широкую перспективу и потрясающие фотографии. Телефону не страшны падения, переезды автомобиля, вода, песок и никакая грязь. Также, что важно, в нем есть крутая система навигации, GPS, GLONASS, Dayball и барометрический датчик. То есть, вы никак не потеряетесь ни в лесу, ни в горах. Есть в нем высотомер, автонавигация и навигатор для джунглей. Хотя в моей стране, например, джунглями и не пахнет. А вашей пахнет? Батарея на 6580 мАч будет поддерживать смартфон в работе долгое время, а 8-ядерный процессор справится с любыми требовательными задачами при работе либо играх. Вот основные характеристики телефона для ознакомления. Вроде все прилично. На данный момент глобальной продажи гаджета нет, так как разработан только прототип, который себя очень хорошо показал. В связи с этим Blackview открыли с 18 октября сбор средств на площадке Kickstarter. Kickstarter финансирует разнообразные проекты, такие как создание фильмов, комиксов, музыки, разработку различных приложений и устройств, как в данной ситуации. И если вы захотите поддержать проект, то ссылку на площадку я оставлю в описании. Также в связи с выходом нового телефона Blackview запускают глобальный конкурс, в котором будет 10 победителей. По 5 победителей на каждую модель серии BV9820. То есть на BV9820 и на его Pro-версию. Условия очень простые и стандартные. Это подписаться на их YouTube-канал и другие соцсети, посмотреть презентационные видео с этими смартфонами, поставить лайк, ну и все в таком духе. Ссылку на конкурс я оставил там же в описании. Переходите и обязательно принимайте участие. Ну а вдруг повезет? А если вас заинтересовал смартфон, то также будет ссылка на предзаказ этого телефона. Это позволит заказать его намного дешевле и поддержать выход гаджета. Надеюсь, ролик был для вас полезным и информативным. Я сам пользовался защищенными смартфонами и думаю, что гаджет должен получиться классным и много кому пригодится. Кстати, замечу, очень выгодно покупать подобные смартфоны детям и подросткам. Они их не так быстро убивают. Лично проверял. Был рад сегодня для вас стараться. Если была информация для вас важная, пишите в комментарии, а также пишите, что вы думаете по поводу этого смартфона. Вы вообще пользовались подобными защищенными телефонами и как вам они? На этом пока все. Благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается на канал. Всем хорошего вечера и пока!